на ремонте вот такой аппарат. Это здоровенная микроволновка еще таких старых времен Электролюкс. Значит, модель у нее можно посмотреть вот здесь. Сериал, вольтаж, модель. Вот в самом низу. Сейчас присвечу. МФ-4061. Здоровенная внутренняя поверхность. Значит, проблема в том, что не подогревает. Хозяйка говорит, что включается, чего-то там гудит, светится, но не подогревает. Здесь все вот в таком каком-то, какая-то такая интересная штука. Может быть, это вот так надо. Не знаю, зачем здесь вот это. Не уверен, что это работает. А может и работает. Потому что немножко слабоватый пасик, но может быть при превращении, скорее всего, работает. Гонит теплый воздух. Здесь вот какой-то лишний проводок замотанный, не знаю для чего. Ну, сейчас будем разбираться, в чем проблема и почему не работает. С чего я начал? Я начал проверять на предохранители, ну и может быть температурные предохранители. Вот это я проверил, звонится нормально. Температурный предохранитель, скорее всего, звонится. Вот здесь есть высокоумный, низкоумный, 1,3 Ом сопротивление большой мощности, звонится на короткую тоже 1 Ом. Еще проверил переключатели. Тут их 4 стоит на дверке. Там включаются, отключаются микропереключатели. Все контакты нормальные, звонятся. Открываю — не пищит, закрываю — пищит, или наоборот. Ну, короче, все проверил, все работает. Тут один, посредине 2 их стоит, и сверху еще один, по-моему, один. Это все проверил. Из подозрительного вот здесь какое-то подозрительное почернение на вход в магнетрон. Вот здесь вот сверху, видите, почему-то черное, по нему может прошивать дугу, поэтому черное. По высокому, тут же высоковольтная сторона, надо посмотреть, в чем здесь проблема. Ну и, наверное, буду проверять, приходит ли 220 вольт на вход трансформатора высоковольтного. Вот здесь вот контакты 2, 220 вольт, приходит ли сюда 220. Начнем. Ну, при включении туда должно приходить 220. С этого начну. Лампочку бы помыть, уже совсем черная. Но это другая история, когда все будет исправно. Ну что же, дело не очень хорошее. Тут она специфическим образом включается. Сначала включается свет, но ничего не гудит. Нужно нажать вот эту кнопку, и тогда начинает гудеть, и 220 появляется на высоковольтном трансформаторе. То есть низкая часть, ну, вся обвязка работает, в принципе, это все, что ему нужно. 220 получить на высоковольтном трансформаторе на входе. Соответственно, сейчас пойдем проверять, работает ли трансформатор, обмотки прозвоним и будем определяться. Ну, то есть это не очень хорошо, потому что непростая проблема. Если бы не приходило 220, значит, здесь надо чего-то искать, где-то релюшка, микрушка, контакт плохой, предохранитель. А нет, 220 приходит, значит, питание на
магнетрон должно приходить. Вот такая история. Сейчас будем определяться. Итак, история не очень хорошая. Меряем на низкой части сопротивление вообще. Видите, дотрагиваю, замыкаю. Есть, работает сам тестер, но вот показывает. Ну давайте, может быть, больше 200 Ом. Нет. В обрыве трансформатор. То я на... Сейчас попытаюсь. Сделать поярче. Как-то вот контакты высоко 220 вольт, то есть это и пытаюсь подсветить, здесь как-то у меня темновато. И вот я даже поставил уже на 2 килоома. Ноль, ну, в смысле, обрыв. Это значит, что вышел из строя. А если замыкаю, покажу мне. Это значит, вышел из строя трансформатор. Его именно часть низковольтная, 220 вольт. Трансформатор под замену, есть ли смысл вкладывать, может быть, найду бушный, но трансформатор вышел из строя. Посмотрим, ну вот так можно определиться, а уже поменять его или нет. Микроволновка, скорее всего, ну, насколько я понял, для хозяев, мы хотели бы они ее отремонтировать, поэтому тут вопрос цены, есть ли смысл в нее вкладывать, потому что она достаточно старая. Не уверен даже, что новые такие трансформаторы в природе существуют. Здесь как-то на выходе 3 провода. Значит, вход 2, а на выходе 3. Получается, и на входе в магнетрон 3 провода. Вот такая история. Никогда даже таких не видел, честно говоря. Вот такой вот интересный трансформатор, на котором что-то даже написано. Я не уверен, что смогу это дело прочитать. Хотя, может быть, вот такие надписи. Смотрите, тут даже схема, по-моему, трансформатора нарисована. Ищем донора, ищем трансформатор. И думаю, что... На этом все закончится.